Так, поехали. Без соуса сначала. Давай, давай. Мне уже нравится, что там есть зелень хотя бы. Неплохо. Хорошо там. Хорошо. Нормалек? Да. Зачет. Специи. Убил, уничтожил, блядь. Отлично, да? Претензий нет. Одобряю. Так, ну поехали. Сейчас я попробую говядину со свининой. Вот наглядно показываю. Посмотрите, сколько зелени, специй. И как было в Латидзе, где был просто кусок фарша. Блин, на первое очень вкусно. Короче, продолжаю доедать говядину со свининой. На первый очень вкусно. Блин, и фарш. Короче, начинка бомба. Да. Можно в один ряд ставить с хинкали, бро, с хинкальным двором. По свинине и говядине однозначно. Тоже вкусный. Фарш вообще, да. Фарш вот я могу оценить вот сейчас. Вообще после Лакидзе. Фарш просто как надо, идеально. И вообще начинка вся идеальная как бы. Еще раз с креветкой. Распаковка. Бля, безумно вкусно. Повара пальцы целовал. Ну, с креветкой это что-то нечто. Очень вкусно. Единственное, что-то с тестом не то. Мы все попробовали. Оно чуть-чуть. Короче, чуть-чуть как будто жестче. Другое. Другое чуть-чуть. Тесто отличается от хинкали про и хинкального двора. И того же Лакидзе. Даже в Лакидзе тесто было помягче. Ну, может быть, здесь просто такой, не знаю. Если сами делают, то может быть такой формат. Чуть твердее, короче. А так начинка вообще бомба.